Тебя как зовут? Настя. Анастасия. Как ты считаешь, сколько у девушки должно быть сексуальных партнеров? Я считаю, если она стремится к настоящей любви, то количество партнеров не имеет значения. Сколько было у тебя? Достаточно. Достаточно для того, чтобы иметь настоящую любовь. Так, ну это 20? Аллах, Аллах, что это тут за канал такой? Ну, у меня больше 20, конечно. 50? Аллах, Аллах, мы так не закончим. 100? Есть такое число инфинити, но... Так, ну ладно, а как ты считаешь, сколько у парней должно быть? Я считаю, если у него есть конечная цель, то тогда ему надо когда-то остановиться. А что было до или в процессе, это тоже не имеет значения. Так, а что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Мне по попе. Давай. Что, поцелуешь? Да. Так, вы стали посреди дороги, нас сейчас собьют. Так, стой, проезжай. Можно не